Всем привет, друзья! С вами канал AlexPro, игра Dragon Champions. И в этом выпуске мы будем выбивать элемент снаряжения, персонального снаряжения для кебаба, для мощной полусвинки, мага, массового урончика и просто хорошего персонажа. А для начала рекомендую ввести промокод. Вот кто этого еще не сделал, а именно для новичков промокод AlexProGift от нашего канала и дает сочные ништячки на 10 баксов для комфортного старта в игре. Итак, отряд отражений для кебабчика. В чем же заключается особенность, каких героев поставить и какую тактику необходимо выбрать, вы сейчас узнаете. Итак, испытание. Первое мы уже прошли. Отражение избранника, остался второй. Вот отражение всего отряда. С той лишь разницей, что на лидерской позиции будет кебаб. Но кебаб там будет, конечно же, попрокаченнее, чем наш, в плане характеристик. Вот, я же выбрал морду и выбрал Зеру в качестве дополнительных персонажей. Так, пробуем. Смотрим, что же у нас получается, какая тактика, кого нужно выбить первым. Вот, и как далее будет развиваться весь поединок между нашими двумя кебабами. Сначала необходимо выбить Зеру. То есть это самая вообще основная позиция здесь в стане противника. Поэтому вот. Начинаем накидывать. Сразу же начинаем накидывать все, что можно против Зеры. Так. Давайте-ка снимем урон, да? Потому что иначе нас кебаб противника просто-напросто зажарит на ровном месте. Так, отлично, отлично. Не супер, конечно, то есть Зеру не выбили, к сожалению, но не беда. Сейчас будем с ней разбираться. Для этого есть... У нас все основания полагать, что быстро ее раскачаем. Так. Хотели ее прохилить, но 45 кусков потом. Как влупили, так влупили. Так, отлично. Регенерация. То есть зашло очень много сочных плюшек. Кебаба нужно гасить постоянно. Следить, чтобы не было увеличенного урона. Иначе он бомбанет очень-очень сильно, очень жестко. То есть пострадаем. Серьезно. Так, броня в минусе. И попытаемся даже сейчас, наверное, его прессануть. Так. А здесь у нас урон в плюсе. Полтос зашел, и кебаб ушел в осадок. Остались лишь персонажи, так сказать, помощнички. Так, теперь возьмемся за морду. А то он нам сейчас тут такого понапризывает. Потом не расхлебаем до конца раунда. Ну, вот так вот, отлично. Переходим на автобитву. Бой уже, считай, выигран. Да, действительно, очень интересная тактика была выбрана. То есть сначала уничтожили основного урончика. Вот, затем дополнительного, который основной герой. И уже затем расправились со всеми героями, то есть поддержки, дебафа и так далее. В принципе, морда также мог хорошенечко навалить по урону. Но, к сожалению, одного морды мало, дабы выбить весь наш отряд. Вот такая вот история, друзья. Ну что ж, если вам понравилось это видео, то обязательно, друзья, ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А будут вопросы, пишите их в комментариях и в наших соцсетях. Пока-пока, друзья. И до встречи в новых выпусках.